Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новую Pursuit of Fight 3. Сегодня у нас будет ивент, который, по сути говоря, является эксклюзивным для игры, и который появляется только в день, когда в Китае идет праздник драконьих лодок, а обычно там праздник у них происходит в середине июня. И вот почему-то разрабы решили его сюда воткнуть, но воткнули не специально, а с бонусом. Да, ввели все же в игру еще один бонус на сет. Давайте покажу, который сет. На сет с нунчаками. Угу. И который называется у нас Проклятый спрут. Где у нас он? Вот он, пожалуйста, спрут проклятых. И видите, бонус ваши бомбочки оглушают противника при попадании. Сегодня, кстати, буду я играть этим сетом. Давайте прям при вас я его накину. Вот, чтобы я потом дальше шел прям на месте. Ну и, конечно же, добавили еще кое-что эксклюзивное. И который нам намекает о том, что появится еще один новый ивент. И появится еще один бонус на сет. А именно на сет, который добавили недавно. Давайте покажу. Он с саблями у нас, с легендарными. Которые, блин, капец, как долго валялись в файлах игры. И вот он, да. Его все же можно будет получить бесплатно. Так сказать, донатные предложения улетают куда подальше. Ну и, конечно же, всем будет до счастья. Правда, честно говоря, я вообще не думал, что ведут вот этот бонус на спрута. Я вообще ожидал либо на Легион, на этот вот сет, именно на Бессмертного. И я еще ждал, как бы, вообще сет Навестников, который пока что не вели. Но, как вы знаете, разрабы нам еще, ой, как давно, еще весной говорили, что ведут Ниндзята, и вместе с ним должны, предположительно, ввести бонус. Ну, иконочка, так сказать, если что, в файлах валяется. И, по сути, странно, почему они тянут. Ну, хер его знает, как бы давно валяется это оружие, а в итоге какая-то мелодрама выходит неизвестная. Ну ладно, давай тогда погнали. Конечно же, ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчик, ставим новые видосики, ну и погнали. Вот она наша гонка за троном, фанк. Конечно, я читать не буду, пропускаю прям сразу заранее. Ну, если кто не читал, можете снова посмотреть. Хотя, если вы играли, то вы должны уже знать, что тут, да как у нас. Поэтому, ладно, это я все пропущу. И вот, пожалуйста, еще одно событие. Золотой бамбук. Правда, мне кто-то сказал, что якобы там ничего особого и не будет. Не знаю, всего лишь... Мне просто говорили, я потом еще что-то проверю. И давайте, погнали! Я, как всегда, буду ограничиваться только обычкой. Я все же престижку не буду брать. Типа, нафиг мне это надо. Все же, к сожалению... поменяю я свою небольшую стратегию, видишь, третьей части. И, проще говоря, не буду снимать вот это. А, давай тогда. Полетели, погнали, посмотрим как раз-таки бонус. Я думаю, мне кажется, этот бонус будет довольно-таки интересный. Потому что кидаешь бомбочку, так сразу все оглушаешь чело. Подходишь, спокойно бросаешь, там имбишь с нучаками. И все, пожалуйста, и отлетают. И при этом у тебя остается там, ну, половина, по крайней мере, хп. Да, ну, учитывая противников, то половина точно. Давай. Вот, как раз таки наш головорез. Вот. Вот эти противника бабочкой. Сейчас надо, короче, его бросить. И вот так вот сделать. Все, пожалуйста. И полетели. Ну, так сказать, новый имба. Да, понимаете ли. Хотя, не знаю, честно говоря, будет ли это лучше других сетов. Ну, опять же, все остается на ваш вкус. Так. Пока у нас идет неплохо. Ну, или у меня, по крайней мере. Так что, окей. Можно. Да, пожелать тоже. Зато, так сказать, я спокойно смогу спрут убить. С наслаждением. Ага, так, ясно. Не открывается. Снова опять улезаю. А, нет. Стой. Подожду. Все, видите ли. Оп. Пожалуйста. И у меня фуловый хп. Перфекто. Все верно. Да. Ну вот, пожалуйста. Все. Отличненько. Итак, двигаемся дальше. Спокойно, не торопясь. Ну, опять же, если промахнетесь, просто закидайте двумя оставшимися, которые есть, и все.
Благо, тут третья часть не ограничивает. В отличие от арены. Так что окей. Ну пошли. Да. Я просто, немножко, так сказать, на жетонах смотрю. И думаю, ну что тебе делать. Блин, единственное, там, опять же, в марафоне нет этого сета. Что печально, там эпические карточки. Ну ладно, чего что да. Тем более, как бы, у меня и так прокачка вон. Выше гор. А, тихо, не убей, пожалуйста. Гвардеец продажный. Иди сюда. Блин, тихо. Ну все, нормально. Не открывается. Нет, а можно я, пожалуйста, бета? Я хочу его бросить, а не задним ударом фигачить. Так. Что такое? Ну давай. Ну ё-моё, открывайся. Не открывается. Все, добил тебя. Забирай первый раунд. Да. Абсолютно неудивительно. Так что придется с этим как-то смириться. Ну и ладно, сейчас просто его закидаем покрепче. Закидаем просто вообще щели. Ну, так сказать, сделаем подрыв. Так что это не помощь корыси, которая тебе могла как бы... Может тебя увести. Видимость. Ну, как говорится, опять же, хрен себе. Вот. И там все в фантазии уже варенье будут. Так, не убей. Вот так вот. Забираю. Опять перфекто. Ну да. Отлично. Я сбрежу жетонки, которые мне максимум для бачков пригодятся. А бачки, короче говоря, опять мне ничего не дадут. Потому что у меня, считайте, все шмотки есть. Ну там, конечно, кроме легендарной, там у меня все же не все собраны. Ах, ну да. Печальная ситуация с этой устойчивостью. И если, опять же, увидите, то вот я застрял. Хреново, короче говоря. Хреново. Так что давай. И получается так. Там эпик. Ну, значит, должны дать, получается, какой-то перк. Но я не думал, что там будет какой-то спецприемчик. Поэтому, ну, нет. Давайте, идите на притишку. Там, если получится, то выбейте ярость гориллы. И будет вам счастье. Так что ладно. Ну, да, видите ли. Рабы рабами, рабы идут прямо на меня. А я в итоге сделал удар быстрее, чем кам. Нет. Ладно, спасибо, держи маслину. Ой, я еще при этом... Опа-на, да здрасте. Повторился, ну, тот же самый баг, который у меня был с, там, с Саньком, когда, ну, если кто видел прохождение Мира Маркс, то вы могли увидеть, что я ему та же с металки снял тупо оружку. Блять, ну что ты творишь? Я тебя ударить не могу. Ну, нормально, так, давай, доигрываем. Иди сюда. Нет, нет. Тяжи. Нормально. Все. Ох, такие вот фокусы происходят, да? Ну, отсылочки великолепные, понимаете ли. Все идет, да наоборот. В морях такие вот вещи делаются. Так. Нет. Давай сразу. Опа, на видите. Закидал сразу и пошел его. А ё-моё, опять не бросишь, а? Вот это вот немножко подбешивает. Ну ладно, ничего. Ой, ё-моё. Лови. Поймал, молодец. Давай тяжелым тебя ударом. Вот так-то лучше будет. Ну, классно, так сказать, жить можно. Всех оглушая и спокойно вытаскивая. Ты плюс, учитывая нунчаки, можно тупо здесь поспамить, позажимать. Или как там... Некоторые называют варенье это покрысить, потараканить, постоянно бить. Ну, короче, чего угодно придумаешь. Ладно. Ну, дуем дальше. Че, я не знаю, что уж говорить. Потому что повторяются все это. Повторяются, господа. Ну, был, конечно, у нас ивент с этим Тарлана. То тогда было бы, да, там, может быть, поинтереснее. Тут нет. Ничего нового. И, конечно, мы сейчас встретим дружков наших. Из это, блин, как так сказать, из пиратов, да, где мы с вами с Саньком идем, так сказать, разбираться. Ну, что-то не знаю, тяжелый удар не очень много сносит. Она это не убей, пожалуйста. Так.
Вот так вот. Нормально. Так сказать, мятеж сейчас я подавлю. Как восстание отрещенных, которые я подавил год назад, как генерал. Ну и сейчас, как действую, я тоже как генерал. Или как генералиссимус. Ну, это если так по-старому, да, так называли. Но потом все это сменили к чертям. А, нет! Слушай, дядя, а ты не пойдешь ли нахрен меня с этим зажимом, а? Нет. Слушай, а я смогу синему оглушить его? Нет? А, нет, синему не оглушает. Ладно, да-да, держи. Опа-да, давай, лови. Бабах тебе. И тяжелого. Нет, не убил. Такие вот дела. Все. Забираю я тебя. И я иду дальше. Спокойной душой. Я надеюсь, меня сейчас прут не будет это, опять же, фигачить. Потому что, ну, учитывая этот бонус, то ты можешь от бомбочки либо не увернуться, либо тебя тупо забагует, когда ты присядешь. И ты попадешь на эту ловочку дурацкую. А-ля, опять же, вспоминая ивент с драконом, где я ловил этот баг. Вроде сейчас все спиксано, либо это будет можно. Так, ну и пошли. Куда дальше-то? Заберем вообще это. И, так сказать, от этого мне не легче будет. Правда, я не посмотрю, какой же я там какие шмотки получу. Скорее, это ничего интересного не будет, потому что это эпик. А эпик либо качается, либо нет. Все у нас вот так, как говорится, делается. Аж, давай. Вот, пожалуйста, работорговочка, которая ты у нас появляешься в пятой главе. Да-да, вы не удивляйтесь, потому что, ну, я проходил в эти задания, и я встречал ее. Неудивительно, госпожа. Ай, блин, жак, что у тебя около стенки не вырубает, когда это... Помощка мимо. Ну ладно, ничего страшного. А может, откроешься? Открывай свои двери, мадам! Ой, хорошо. Так. Вот так думал, что будет. Ну, понимаете ли... Надо быть немножко дружественнее, немножечко, это, поприветливее. Но, это же, на морях такое. Ладно, давай. Второй раунд еще. Меня сейчас, конечно же, синюхи не бабахнут. Я надеюсь. А потому что с побочкой там вообще хреново было. Лови. Ой, я туплю. Ладно. Иди сюда. Опа-на, опа-на. Тупо она. Все, вообще. Отлично. И... А, нет. Не получится здесь бросить. Вот так только. Все. Опа она. Вуаля! Опять перфекто. Ну все, положили девку, так сказать. За то, что она тут это, рабами торгует. Нет, 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 нехорошечно так поступать, понимаете? Ну, девки так не делают. Девки, понимаете ли, они делают все по-лучшему и по-скучнейшему. Ну и сейчас дальше там, скорее всего, должен быть Кермихе, да? А, не, по-моему, мой предпоследний. Ладно, гадать не буду. Увидите дальше. Значит, я, понимаете ли, не такой уж и человек, который, чтобы тут это все тут смотреть, да и выдумывать, что будет дальше. Хотя, что-то придумывать можно. Ладно. Так что, идем. Со спокойной душой. О, да, Хаммерхед. Ну, как-то я все же угадал. Догадался, так сказать. Подходи, дружище мой дорогой. Пожалуйста. Саня, видимо, тебя я не арестовал, да? Ну, я, так сказать, сейчас сделаю... Я за него сам. Нет. Держи. Лови. Ай, спасибо, ты мне шок дал. Да ты, зараза, совсем... Ай, в смысле, ты еще это? Почему ты во время этого не вырубаешься? Нет, я тебя запрещаю. Запрещаю вдвойне. Опа, да, иди к черту, я тебе тоже шок раздал. Нет. Лови. Лови. Двойную бомбочку. Бабах. Ну вот. Все. Кто у нас тут получается? Наковальней стучит. Ну, я думаю, выбор очевиден. Так. Сейчас я, так сказать, тебя сделаю похлеще. А, нет, пожалуйста. Ай, спасибо, давай меня заспавим. Да, спасибо, тарану меня надо заспавить. Просто гениальные мысли у тебя. Нет. Опа-на, давай. Бамбу лови. Бамбу. На всех парах. Летим. Нет. Бабах.
А потом сейчас бабах с тяжелой. Лови. О, прекрасно. Вот так-то. По морскому. Ну, как получается, адмирал, командующий флотом, и который, считается, тут всем тут руководит, считайте ли. Но, знаю, история у нас бывает так, что адмирал становится в главе какого-то правительства, ну или устраивая какой-то мятеж. Ну да, я говорить, правда, не буду, потому что мне это нахрен не нужно. Но вы не удивляйтесь, откуда я это знаю. Давай. Пошли дальше. А, тут у нас получается уже этот. Это дружок, получается, родственничек, точнее, Спрута. Ну, родственничек, да, конечно же, дорогие вы мои родственнички. Ах, интересно, кто тогда обращается тоже с судьей? Ну ладно, ну это если что, не в обиду, не в оскорбление. Нет, я человек добрый, поэтому, пожалуйста. Вот так сказать. Со всеми дружно, со всех уважаем. Ай, спасибо, ты мне еще минус бы похлопать меня за это. Нет, иди, черту. Нет, быстрее, ну чаки, работаем. Лови. Странно, я ему бомбу дал, но при этом он упал и не получил бонус. Не знаю ли, почему так работает. Держи. Опа-на, иди сюда. Бабак тебе покрепче, и шо-шо, тебе раздал. Ну да, я просто вообще тупо не могу. Ай, меня сейчас убьют, да? Нет, я успел перелететь. Я все же быстрее оказался теневой, поэтому нет, простите. Я вынужден вас спокойно это... Ну, так сказать, как по-мягкому, а не по-другому. Ну, просто... Зажать. Ну, я не хочу это говорить. Я бы сказал бы это в рифму, но мне, так сказать, ни первое, ни второе видео Ютуба не позволяет. Так что ладно. Нет, 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 нет. Давай по-нормальному. О, иди сюда, дружище. Лови! Поймал, молодец. Опа-на, опа-на, пытался. Лови. И зажималочку сейчас тебе прям под конец. А, меня сейчас убрать сюда? А, нет. Так. Ай, конечно, надо бросать вовремя. Естественно. Нет. Нет. Понимаете? Такая фигня происходит с драконом каждый раз. Тебя зажимает он, а ты вообще удара не можешь сделать. Не бросить его, не законтрить. Все, забрал его, слава богу. Не убил меня. А, если была бы... Ну, если, конечно, бы меня бы пахнуло быстрее, то я бы точно отвечал. Ну, остается лишь только Спрут. А там фанатка сидит. Понимаете ли, то есть, получается, мы делаем всего два в одном. И спасаем фестиваль, и спасаем фанаточку. Ну и вот у нас бонус. Поэтому окей. Идем. Так сказать, кто кого? Кто сильнее? Кто на кого сейчас быканет? Кто так на вот так сказать скажет, типа, мол, и ты сюда пришел? М? А что сейчас это мы увидим? Давайте-ка. Зеленый. При этом нунчаки вообще не прикрашивается. Ну, ё-моё, разрабы. Ну, почему так? Почему сет перекрашивается, а нунчаки нет? Нормально. Ну, это не должно так работать, понимаете? А нет, иди к черту, я быстрее. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Просто. Зажимательским методом. Нет! Все, перфекто, на первом раунде. Вот. Понимаете? И он как бы адмирал, но адмирал такой себе. Который решил прибрать себе власть. Но, так сказать, командовать у него не получилось. И в итоге... восстали против него. Так сказать, люди народные. И спокойно его, так сказать, взяли и доказили на месте. А, друг друга оглушили, спасибо. Но у меня теневая, поэтому... лови маслину вторую. Вот так вот. Я быстрее работаю. Успею, да? Ну да, я успею. Только не убей, пожалуйста. Так. Опа-на. Ну, жалко, что не перфект, а так было вообще по красоте. Ну ладно, прикольно. Последний раунд только остается от меня. И мы будем всех вытаскивать со дна. Со всего днищего дна.
которое зарыто просто дном и одновременно говном. Что-то я понапридумал. А, нет, не убей. Понапридумал это всякое. Ладно. Так, только не шок, пожалуйста. Не крит, не шок. Я хочу жить еще. И не минус по ХП. Я просто, понимаете ли, человек добрый, честный. А не хочу я от этого умирать постоянно. Нет. Ой, шок. Нет, 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 нет. Давай, вот так вот. Ой, хорошо. Лови. Ну, я все же быстрее оказался. Все, и бомба тебя убила. И я тебя спокойно, так сказать, обесовал. И я забираю все три раунда спокойно. В отличие от других ивентов. Ну, ладно. Здесь какое-то есть счастье. Ну, и бачок, который мне ничего не даст. Печально. К сожалению моему. Потому что мне надо все равно дофига устойчивости, а чтобы пройти мне последнего босса, там хотя бы, ну, чтобы на безумно, я там слыхал некоторых, там, я поспрашивал тоже, там сказали, что нужно, ну, не меньше 90к устойчивости. Ну, естественно, мне еще дофига копить. Да, спрут, все, свалил, и, пожалуйста, фанатка. Да, кто же ее не любит, кто же ее не уважает. Ну, все, хорошо. Так сказать, меня знают. Да, я чел хайповый, да, я чел такой. Красивый, с бородой. Ну, не с бородой, конечно же, ну, понимаете ли, но в рифму. Ладно, здесь какое-то мое почтение. Я думал, мне здесь синевая выпадет, но нет. Хотя бы рубина. Тем более, мне компенсация за то, что я потратил в рулетке, нужна. Поэтому... Нормально. Ладно. А, и там награда, по-моему, я не забираю, да? 400 очков. Да. Да, 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 да. Тут абсолютно хреновая ситуация. До устойки до хера. До фулсета полнейшего тоже до хера. Короче, тут все до хера. Морские ощущения, так сказать. Ну и давайте посмотрим сейчас, получается, вот этот вот ивент. Я надеюсь, меня сейчас напустят или нет. Ну, сейчас глянем. Я скоро свяжусь с тобой. Есть работенка, но далеко не уходи. Нам нужно будет действовать стремительно. И вы знаете, кто? Да, этот мужик встречается в новогоднем ивенте с, так сказать, великолепным составом. С Саньком, Шибатой. Да. Все гениально. Хорошо, так, он сказал, что со мной связывается. Значит, получается, да, недоступно. Видите, я снова нажимаю, нет. Тогда вопрос один. Зачем, а главное, нафига ввели кнопку в бой? Типа, мол, написали бы скоро и все как бы. Че париться-то? Вон, как сделали с ПВПшкой. Ну ладно, че, круто. Хотя бы мы потом увидим ивент. Но правда, почему-то здесь 8 дней идет. Хотя это как-то странно. Намекают, мол, да мы там сейчас продлим на 2 дня и пусть люди все знают. Мол, новый ивент, ну, все такое, там, новый бонус. Ну, ладно. Правда, что будет за бонус, не знаю. Ну, потом, если что, все это увидим. Ну, я буду с вами прощаться. Я уже здесь все прошел. Считайте ли, ну, и особо здесь на больше не рассчитываю. Так что, ладно. Пусть так и будет. Короче, всем удачи, всем пока. Конечно, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Ставим колокольчик, ставим новые видосики. Ну, и, конечно, всем удачи, всем пока.